Первый коллектив, удивительный, это Ивановы дочки, под руководством участницы ансамбля Дмитрия Покровского, Валентины Васильевны Глуховой. А сейчас я попрошу вашего всеобщих ваших аплодисментов. Встречаем Иванову дочек. Знакомиться с разными людьми, надо со всей роднёй выходить, надо со всеми общаться и обязательно раскатывать горки, даже если такая погода. Надо раскатывать длинные горки. Зачем, как вы думаете? Ускорять
уход зимний. Чтобы лен был не 30 сантиметров, а 35. И чтобы пшеничное зерно было не 17 зернышек, а 25. Чтобы вот должны быть длинные, все должно быть длинное. Но самое интересное, что когда все отгуляют в четверг, да, все отгуляют, уже темно, молодежь разошлась, устала уже гулять, устала уже играть и прыгать. Старые старушки берут свои прялочки, выходят на горочку и скатываются. Зачем? Чтобы еще год прожить без болезни. Да. А прялочка? На прялочке, это же ее рабочий инструмент. А прялочки, вы привыкли, что прялочки вот такие, да? А прялочки старые, значит, вот такое донце, да? Вот такая палочка и сиденье. И она с этого сиденья, она вместе с этим сиденьем съезжает. Понятно, да? Вот, и там делали всякие обряды, все обряды для того, чтобы познакомиться с кем-то, потому что на Красную Горку можно свадьбу завести. Вот, для того, чтобы вот как бы урожай был богатый, и вот для того, чтобы урожай богатый, делали всякие обряды разные. А мы масленицу продали, прокатали, прокатали. Сыром масленицем проглядали, проглядали, гали, проглядали. На горошечку выходили, люди выходили. Молодохи, масленица, полезуха, а все молодохи,
будет, матери нету, мужик не пускает, масленица полезуха. Мужик не пускает, ворота замыкает. Мужик не пускает, ворота замыкает, масленица полезуха. А я была резва, под ворота лезла. А я была резва, под ворота лезла. Там были еще и страдания пели. Ну, частушки-то пели всякие, а масленичные страдания. Ты страдала я маселину, ох, и да страдала я жена святуя. Давайте подмогайте, какие карильные-то, не знаем какие. И он, значит, там по разным житейским ситуациям. Карильные, знаете, да? Это карить, значит, ругать. Вот, и значит, ой, масляная белая мычка, а кто замуж не идет на соки на дочке? Ой, масляная, а ты белый сын, не жаль. Почему? Потому что, как бы, это самое, семью создавать надо уже в возрасте, а они не женятся и замуж не выходят. Вот они ловили таких вот парней или девок, вешали на них колоду, да, и они должны были откупаться.
Потому что если не откупится, весь год будет с колодой ходить. Всем будет, все будут видеть, что специально замуж не выходит, специально не женится. Так, у нас тут не, же, не замуж не есть. Вон она, вот знаю. Сегодня сказали, что она не замужем. Ну-ка иди сюда сейчас. Сейчас будем тебе корить, сейчас будем тебе ругать. И чё ж ты такая молодая и замуж не выходит? Глянь, сколько мужиков, глянь, сколько девок. Чё улыбаешься? Чё улыбаешься? Чё замуж не выходит? Ой, масляная, белая бычка, жаль, что замуж не идёт, сукина дочка. Ну чё тебе, смотри, откупайся теперь, ишь какая. И чтоб поклялась, чтоб поклялась, что замуж выйдешь в этом году. Выйдешь в этом году? Нет, я вам конфетки принесу. Нет, если замуж, значит, ты же сказала, что ты конфетки не отнимешь? Что ты отними конфетки? Давай, я замуж. Давай, говори, что... Да ладно, что? Да? Пойдешь замуж? Нет, не пойду. Даже на принца? Тебе принца надо, да? Замуж пойдешь? За принца. За принца. За принца можно. Ишь ты какая! Ну что делать? Пожалеем колоду снимем, да? Нет. Ну они корили не только вот таких вот. Иди сюда. Да. Ну, пожалеем. Конфет мы тебе не вернем. Ой, масленица, нерадивых хозяев. Нерадивых хозяев ругали. Ой, масленица, у лазенки. Ой, масленица, полезуха, порезала сорта масла, сама убегала. И девок, которые вот так вот стесняются, не знакомятся, семью заводить не хотят, они тоже ругали. Ой, масленица, оторвалась, остались наши девки, леденью позже.
сами подбираем песни, которые, в принципе, на слуху, и которые простые, можно повторять, можно вместе с нами петь. Потому что вместе петь – это самое интересное, что можно сделать вообще. Что это за волна, что это за волна, да вы наши крылополи, не да не про нас, ветру Ванюша, все лбает, а вот и орёт, не про нас, ветру Ванюша, все лбает, а вот и орёт, все пустые лбают, а вот орёт, а вы все перестанут. Ну ты пустые лбают, а вот орёт, а вы все перестанут. А мы с тобой, друг Ванюша, во любви наживём мы сядем. С нами подпевайте. Сейчас песни, которые повторяются слова вместе с нами. Почувствуйте, как это интересно. Давай.
какие-то, да? И легко ее запомнить. Хотя бы припев. Самое удивительное, что мы когда собирали песни, вот это нравится песня, вот эту послушали нравится, вот это нравится песня. И у нас получилось, что вот эту песню поют как бы на севере. Лет 40 назад северный хор ее распел. И то есть потом она пошла, и значит, как ее очень многие поют. Получилось, что у нас как бы северная традиция, да? А в центральной России, в Курской области, та же самая тема. Те же самые ветерочки, но поют совершенно по-другому. Нам уже понравилось. Ой, ветры, ветерочки, сбойные голосочки, уж вы дойте, не пошайте, сеня море не скалеште, сеня море. Та же самая тема распета по-другому, монета другая. У нас настолько богатая культура, то есть в каждой деревне своя музыкальная формула, в каждой деревне свой репертуар. И вот то есть, по манере звукоизвлечения совершенно разные. И вот мы нашли еще тоже ветры ветерочки, но и ее распели в Тереке. Попробуйте. Что получилось? Мы ее поем только второй раз. Что получится, не знаю. Ой, ветры, ветеру, ой, ветеручки. Oh!
звать. Ну, пока холодно, они там лететь не летят. Как услышишь, что мы их зовем, так и прилетят, да? Привык, знаете, как звать птичек-то? А? Жаворонков, как звать, знаете? Нет, значит, я пою фразочку, вы за мной повторяете, хорошо? Хорошо. Жаворонушки на соломушке, повторили. Жаворонушки на соломушке. Прилетите к нам, принесите нам. Прилетите к нам, принесите нам. Лето теплое, весну красную. Лето теплое, весну красную. Хорошо, все успели, теперь вместе поем, да? Их позвать надо. Жаворонушки.